В Северном Казахстане ребенок выпал из окна 4-го этажа и разбился. Трагедия произошла вечером 13 августа, а сегодня малышу должно было исполниться 3 года. Где были родители на момент трагедии и как обезопасить детей, расскажем далее. Трагедия произошла в селе Саумалколе Айртауского района. В квартире находились мама и 2-летний малыш. Чтобы включить мультики на ноутбуке, они искали зарядное устройство. Мальчик нашел его на подоконнике. Залез туда, чтобы достать, и облокотился на москитную сетку. Ребенок у нас выпал из окна 2017 года рождения. Это из окна 4-го этажа 5-этажного дома. Вызовом скорой помощи уже была констатирована смерть ребенка. 14 августа малышу исполнилось бы 3 года. В 2020-м это первый случай выпадения детей из окон. В прошлом году таких несчастных случаев было 4. 3 погибли. 1 малыш, который выпал из окна 5-го этажа, выжил, но получил серьезные травмы. Чаще всего, говорят спасатели, дети думают, что москитная сетка – это надежная опора и облокачиваются на нее. Нужно москитные сетки установить соответствующей защитой. Не оставлять без присмотра ребенка, особенно играющего близ окон, балконов и стеклянных дверей. А еще спасатели советуют устанавливать на окна блокираторы или ручки-замки. Так ребенок не сможет открыть его самостоятельно. С начала года в Казахстане уже больше 85 детей выпали из окон. В основном их возраст от года до 5 лет. Айгерим Мукашева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.